Летопись славного города Нарьян-Мар пополнилась новыми именами почетных граждан. Такое звание присвоено двум жителям столицы региона. Награждение состоялось на концерте, посвященном 81-му году Красного города. Кроме того, в торжественной обстановке нашим землякам вручили почетные знаки и удостоверения ветеранов города Нарьян-Мара. Звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара» присваивается тем его жителям, которые внесли заметный вклад в экономическое и социально-культурное развитие города, активно участвуют в его общественной жизни и добросовестно работают на предприятиях и учреждениях. Таким человеком, без сомнения, является Надежда Головина. В прошлом воспитатель, а затем заведующая детским садом номер 4. Этому дошкольному учреждению Надежда Николаевна отдала больше, чем полжизни, ровно 50 лет. Выйдя на пенсию, занялась общественной жизнью. Только на пенсию вышла. Тихон Иванович меня встретил, говорит, чем занимаешься? Я говорю, вчера на пенсию вышла. Он говорит, пойдешь к нам в совет ветеранов работать? Я говорю, сколько будешь платить? Он говорит, нисколько. Я говорю, как? Он говорит, на общественных началах. И вот я 15 лет работаю на общественных началах в совете ветеранов. Яркий представитель поколения ветеранов, также активный общественный деятель Римма Костина. Вот уже 12 лет Римма Васильевна гордо носит звание «Почетный гражданин Нарьян-Мара». Но несмотря на все звания и регалии или их отсутствие, самое главное – любить место, в котором живешь. И в этом нашим землякам нет равных. Я живу в Нарьян-Маре. В этом году будет 45 лет. Я люблю этот город. Люблю с тех самых времен, когда здесь были еще деревянные мостки, когда он был такой очень теплый сельский городок. На моих глазах он вырос. Он сейчас уже вполне достойная столица. Но мне кажется, самое большое богатство нашего города – это все же люди хорошие. Люди здесь просто замечательные. Замечательные люди, труженики, ветераны Печорского лесозавода, рыбокомбината, АТП, хлебозавода, работники культуры и образования и многие другие. В общей сложности на торжественном вечере, посвященном 81-летию Нарьян-Мара, звание почетного гражданина города присвоили двум его жителям. Почетные знаки и удостоверения ветеранов города вручили 50 нарьян-марцам. Ирина Цепетова, Валентина Чибичек, Владислав Носкин, телеканал «Север».